Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Если хочешь быть здоровым». Что такое здоровый образ жизни? Какие правила, нормы поведения и внутренний распорядок должен быть, чтобы сформировать нас физически и духовно здоровыми? Научными исследованиями доказано, что здоровье человека на 50% зависит от него самого, то есть его образа жизни. Вот и какие основные составляющие этого здорового образа жизни мы хотим поговорить в нашей сегодняшней программе. В нашей республике большое внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни. За последние несколько лет построены крупнейшие спортивные сооружения, такие как баскет-холл, Татнефть-арена, дворец единоборств, горно-лыжный комплекс «Казань», академия тенниса, центры грибных видов спорта и многие другие. Для формирования здорового образа жизни молодого поколения и для укрепления спортивного имиджа республики в каждом микрорайоне построены спортивные площадки, находящиеся в шаговой доступности. Каждый желающий, вне зависимости от возраста, может заняться любыми физическими нагрузками. Татарстан позиционируется как спортивный центр, имеющий возможность принимать соревнования как российского масштаба, так и международного уровня. Понятно, что массовый спорт – это трамплин для спорта высоких достижений. И сегодня уже всем известны наши команды по хоккею «Акбарс», по футболу «Рубин», по баскетболу «Уникс», по волейболу «Зенит», по водному полу «Синтез». И сегодня мы приглашаем вас на тренировку в команду «Синтез» и пообщаемся с тренером Зинуровым Ириком Хайдаровичем. По 10 раз пошли. И вернулись. Выпрыгнуть назад. Ирик Хайдарович Зинуров. Российский ватерполист. Заслуженный мастер спорта России. Родился 11 февраля 1969 года в городе Якутск. Плаванием начал заниматься в 7 лет. Воспитанник Казанской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 8. В 1994 году начал играть за волгоградский клуб «Лукойл Спартак», в составе которого стал 4-кратным чемпионом России и 6-кратным обладателем Кубка России. С 1995 года выступал за сборную России. Серебряный призер Олимпиады в Сиднее. Бронзовый призер Олимпиады в Афинах. В 2004 году стал капитаном команды «Синтез» в Казань. В 2009 году завершил спортивную карьеру. С января 2011 года главный тренер команды «Синтез», награжден орденом дружбы и медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Женат, имеет сына Эмиля 12 лет. Ирик Хайдарович, что для вас спорт? Спорт для меня все. Это моя жизнь. Это моя работа, это мое хобби. В спорте без здорового образа жизни невозможно долго продержаться в профессиональном, тем более сейчас. Я продержался где-то до 40 лет, и вот как раз, наверное, здоровый образ жизни мне в этом помог. Я категорически против курения. Никогда было, конечно, в детстве, за что получил. Один раз попробовал, и мне это далеко не понравилось. И я не считаю, что у меня вредная привычка есть и с спиртным. Но так, на Новый год, на праздник где-то я могу выпить. А как с игроками вашей команды вы занимаетесь? Как их воспитываете для того, чтобы они не имели вредных привычек? Мне тяжело как бы с ними разговаривать, потому что со многими игроками я буквально 2-3 года назад еще играл. И знаю, что у кого какие есть проблемы. С тренерского мостика видно сверху, кому мешает, кому не мешает. И некоторым игрокам пытаюсь объяснить, что тебе вот стоит все-таки, мне кажется, воздержаться от своих вредных привычек, скажем так. Ну, мне хотелось бы верить, и я смотрю, вроде, я так думаю, что понимают многие. Я могу с ними также сесть на равных, друг напротив друга, и поговорить и объяснить, что я сам через это прошел. Сам через это прошел и сам знаю, что может повредить, а что может помочь. Ирик Хайдарович для меня это человек огромной энергии. И то есть он также требователен к людям, как и к себе, на самом деле. Потому что только так можно быть командой. Какие слабости и недостатки вы никогда не простите своим игрокам? Я никогда не прощу отношение к делу. Если человек занимается делом, он должен отдаваться этому делу.
Я потому что, стоя на бортике, тем более, когда я сам прошел это все, я прошел и как спортсмен, сейчас как тренер, я стою на бортике и вижу человек, как работает он. Видно, когда человек работает, он не может работать, но он через старается. «Не могу» старается это сделать. А видно человек, который как бы пытается в массе где-то затеряться и ничего не делать. Для меня это самое неприемлемое. Он может простить ошибки, понять, там, что что-то не получается, но главное, чтобы игрок всегда старался и отдавал всю душу в это дело. А что тяжелее, быть ведомым или ведущим? Я думаю, ведущим, наверное, тяжелее быть. Это и с нервной точки зрения. Я, наверное, столько нервов потерял за год работы тренером, сколько я не потерял нервов, когда я был игроком. Куда в центр? Игрок твой подходит и забивает гол. Какой центр? Бля, центральный, блин. Когда ты стоишь на бортике и хочется прыгнуть, там что-то изменить и что-то переделать, а ты, у тебя, ты не можешь этого сделать. Тебе надо соблюдать, ну, в каких-то рамках себя держать, что-то объяснить, остановиться, успокоить их наоборот еще. Это вообще просто для меня тяжело, потому что я до сих пор еще, наверное, перестраиваюсь от спортсмена к тренеру. А вы жесткий руководитель? Со стороны слышу разговоры, говорят, слишком жесткий. Что, блин, взять и просто прошарашить? Поди на ворота с угрозой! Контратака! Я вижу ту его требовательность, которую он проявлял к себе, будучи игроком сборной и игроком клуба. То есть человек очень ответственный, требовательный прежде всего к самому себе. Когда мы заходим в стены бассейна, мы как бы приходим на работу, и когда каждый человек на работе, он должен выполнять ее. И Рэй Хайдарович это требует. А когда мы заканчиваем тренировку, он становится обычным человеком, таким же, как мы. Можно сходить в кафе, попить кофе, посидеть, пообщаться. Работает тяжело, но приятно. Если ты не будешь себя держать в дисциплине, ты долго не продержишься. И вот это ты должен знать каждый раз, каждый момент это ты должен знать об этом. Но я уже говорил о том, что если не соблюдать дисциплину, не соблюдать какие-то правила, диету то же самое, долго невозможно в спорте профессионально продержаться. Она сразу же начинается и травмы, и болячки вылазят, еще что-то, постоянно что-то, если ты только за собой не следишь. Медик команды «Синтез», хочу сказать, что здоровый образ жизни, он прежде всего исключает вредные привычки, которые часто люди приобретают на протяжении своей жизни. И советую не доходить до этого, а лучше исключить их из своей жизни, больше быть на свежем воздухе, улыбаться солнцу и двигаться больше. Каждый раз, когда выезжаем на соревнования, даже с нашим доктором, обязательно садимся и обговариваем меню на тот период времени, когда мы приходим на соревнования, находимся на соревновании. Наверное, многие все знают эту диету, и это те же самые спагетти и то же самое белое мясо куриное. Но правда, бывают такие моменты, когда вроде какой-то игрок, ну, он настолько уже переел эту курицу, что он курицу не может есть. Приходится выходить из этого положения. Чем-то другим заменять, да? Да, мясом, чем-то рыбой. Другим мясом, рыбы. Правда, бывают и такие, которые мясо не едят. Спорт – это все-таки постоянно тяжелые физические нагрузки. Как вы отдыхаете? Я постараюсь проводить время на природе, на дачу выезжаю, в лес выезжаем, гуляем. Зимой те же самые лыжи, с сыном, с семьей мы ходим на лыжах. Он еще хоккеем занимался, он на коньках иногда катается. Мы рядом бродим по лесу в солнечном нашем пионерском лагере. Эмиль, он у меня занимается также водным полом. Вы хотели бы, чтобы он был также профессиональным спортсменом?
Тяжело ответить на этот вопрос. Когда-то я сказал бы нет, сейчас мне хотелось бы. Тем более, что у него не получается. Буквально наша детская спортивная школа 2 года подряд выиграл золотой мячик. Он играл и на том, и на этом турнире. От каких ошибок вы хотели бы предостеречь его в жизни? Ну, в своей жизни я много ошибок совершил. И, естественно, как сына своего, пытаюсь их оградить. И сейчас много появилось того, что в наши времена не было. Это те же самые наркотики, которые, ну, почему-то попадают время от времени и в школу, и еще где-то. И мне не хотелось бы, чтобы, не дай бог, чтобы он как бы хоть раз даже попробовал. Я пытаюсь ему это объяснить не только как бы одними словами, что это вот плохо. Если бы у вас появилась возможность изменить свою судьбу, вы что-то изменили бы в своей жизни? Я даже не задумываюсь, я отдал бы все равно бы свою жизнь еще раз спорту. Почему отдал? Потому что на самом деле я считаю, что по-другому невозможно. Если ты хочешь что-то достичь, то ты должен отдаться полностью этому делу. Было тяжело, было очень тяжело. А многие моменты стоял на бортике и думал, зачем мне это нужно. Все, заканчиваю заниматься. Потому что были трудные времена, особенно когда разваливался Советский Союз. У нас не было ни денег, ни... Мы ездили на соревнования с кастрюлями, с кипятильниками, готовили сами себе кушать. Даже такие моменты были. Но когда было тяжело и физически, и морально, и ну, как-то вот все равно, я не знаю что, но что-то меня удерживало в этом спорте. Ваши пожелания юным спортсменам? Вот юным спортсменам как раз хотелось бы пожелать, что много раз ко мне приходила мысль бросить все, закончить заниматься спортом, но в какой-то момент нужно себя перебороть, переломить, и что-то появится, и результат пойдет, и появится желание в какой-то момент. Наверное, вот это самое главное. Это как на тренировке, плывешь тоже иногда, вроде, ну, не можешь плыть, все уже, силы нет, ничего нет. Думаешь, ну это вот сейчас вот еще 1 сотня, думаешь, я ее, эту сотню вообще все, сейчас и тренера далеко, и брошу шапочку и пойду, до свидания. Но вот все равно, сжав зубы, делаешь свое дело, ну и вроде результат какой-то получился. Тема программы сегодняшней – уроки здорового образа жизни от ведущего спортсмена республики. И что вот в этом свете вы пожелаете телезрителям? Хотел бы пожелать всем людям, чтобы они занимались спортом, занимались физкультурой, чтобы себя все время поддерживали в форме. Ирик Хайдарович, спасибо вам большое за такую интересную беседу и желаю вам удачи. Спасибо огромное вам за то, что вы проявляете к этому такой интерес, что есть такая передача, где можно донести это детям и людям о том, что все-таки здоровый образ жизни – это хорошо. Сегодня здесь самое актуальное. Да, это актуально, потому что здоровье, если есть здоровье, значит есть все. Если нет здоровья, ничего не нужно. Еще древние философы говорили: жизнь – это движение, без движения нет жизни, а движение – это физическая нагрузка. Постоянная физическая нагрузка необходима и полезна. Она делает организм более крепким и выносливым и повышает сопротивляемость к различным заболеваниям. А на этом наша программа подошла к концу. Будьте здоровы!